Всем привет! Спасибо за то, что присоединились к нашему пятидневному челленджу. Мы верим, что этот челлендж «Любовь и надежда» повлияет на вашу жизнь и жизнь ваших близких. Мы будем молиться за вас. Приготовьтесь услышать слово от Бога, а потом практиковать это слово. Ну что же, поприветствуйте наших ведущих. Всем привет! Привет, друзья! Мы снова с вами. Мы очень рады провести с вами два дня подряд. Я забыл, что вы не можете мне ничего ответить. Меня зовут Джейсон Чин. Это моя прекрасная жена Дебби. Сегодня мы проведем этот эфир. Для нас это большая честь, потому что у нас в гостях наш герой Стив Бакланд. Он потрясет вас и изменит вашу жизнь посланием о надежде и о Боге надежды. А перед этим у нас есть для вас несколько объявлений. Во-первых, хочу сказать, что наш пятидневный челлендж «Любовь и надежда» стал настоящим успехом. Сегодня третий день, а нас уже очень много, и еще у нас очень много писем. Мы решили провести этот челлендж, чтобы помочь людям, которые сейчас полны страха и тревог. За последние 6 или 7 недель жизнь так сильно изменилась. Неважно, где вы живете, но на вашу жизнь точно как-то повлиял COVID-19. Он вызвал разную реакцию людей. Одних людей, таких как я, он не сильно зацепил, потому что я и так работал из дома. Мой образ жизни не сильно изменился, но для многих людей жизнь изменилась кардинально, полностью. Некоторые люди потеряли своих близких из-за этой болезни, и это настоящая трагедия. Другие потеряли работу, и они не знают, что будет дальше. Но как бы там ни было, эта ситуация коснулась всех. Когда что-то новое влияет на нашу жизнь, то это может вызвать разные реакции. Одной из таких реакций может быть тревога, страх и потеря надежды. Все это может парализовать нас и мешать делать то, к чему призывает нас Бог. Библия говорит: «Восстань, светись, ибо пришел твой свет». Но если мы чувствуем страх или неуверенность, то это стопорит нас, и мы ничего не делаем. Но даже дома мы можем мобилизоваться. Мы можем проповедовать Евангелие даже с помощью телефона. Каким бы плохим он ни был, мы можем молиться за больных через мессенджер или WhatsApp, и нам захотелось наполнить тело Христа любовью и надеждой, чтобы это подтолкнуло и других людей к действиям. Думаю, у нас это получилось, и причем неплохо. Перед тем, как начать, мы хотели бы зачитать вам несколько писем, которые вы нам присылали. Пожалуйста. Да, спасибо вам за ваши свидетельства. Они нас очень вдохновляют. Руби Кларк пишет: «Этот челлендж стал для меня огромным благословением. Он заставил меня выйти из зоны комфорта, что привело к моему духовному росту. Я еще больше сблизился с Отцом Небесным. Мне это было так нужно». Второе свидетельство от Джуди. Она пишет: «Вчера, когда я слушала Лейфа Хетланда, я встала перед компьютером и почувствовала поток любви. Это было так особенно. Я почувствовала на себе Божью силу. После этого мне кажется, что во мне стало больше жизни. Слава Богу! Я почувствовала больше любви к себе и к моим друзьям. Это удивительное, сверхъестественное ощущение. Это так круто! Спасибо вам, друзья, за ваши свидетельства. Еще у нас есть отзывы о заданиях нашего челленджа и о тесте на определение языков любви. Это супер! Ребята, вы молодцы. Я хотел бы кратко рассказать, как начались наши пятидневные челленджи. Бог дал нам эту идею где-то 6 недель назад. Тогда я связался с нашими друзьями и предложил им стать соведущими. Ими стали прекрасные служители Даниэла и Бенджи Морф из Таиланда, с которыми вы уже познакомились. Шон и Таня Бран из Швейцарии. Родом они из США, но служат миссионерами в Швейцарии. Хочу сразу сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы продолжать это дело. Мы рады тому, как все складывается. Но знаем, что впереди есть еще больше. Мы уже запланировали следующий челлендж, но это сюрприз, поэтому пока больше ничего не скажем по этому поводу. Ну а сейчас
Прежде чем начать, я бы хотел помолиться. Давайте вместе склоним головы. Иисус, мы благодарим Тебя за всех этих прекрасных людей. Господь, у Тебя прекрасная невеста по всему миру. Ты даешь ей силу и помазываешь ее, чтобы она сияла в любой ситуации. Спасибо за то, что для Тебя нет невозможных ситуаций. Как вчера говорил Дэнни, Иисус Христос есть Царь. Он Царь царей. Он, а не коронавирус. Помоги нам стать и сеять. Я также молюсь о том, чтобы сегодняшнее время со Стивом Бакландом наполнило нас надеждой, а безнадега быстро покинула нашу жизнь, потому что наш Бог есть Бог надежды. Отец, драгоценный наш Отец, мы благодарим Тебя за этот эфир во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Классно. Давайте перейдем к основной части и поприветствуем нашего почетного гостя. Я рада представить Стива Бакланда. Стив, здравствуйте. Добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам. Мы очень рады вас приветствовать. Стив, добро пожаловать. Да, добро пожаловать, Стив. Привет, рад вас видеть. Мы тоже рады, Стив. Вы всегда полны радости, любви и ободрения. Мне кажется, что всем нам нужна большая часть того, что есть у вас. Мне точно это нужно. Большое спасибо за то, что вы сегодня с нами, чтобы делиться своей мудростью, своим характером. Стив, большинство людей, которые смотрят нас, знакомы с вами и вашим служением, но найдутся и те, которые вас не знают. Вы не могли бы коротко рассказать о своем служении? Пожалуйста, нам будет интересно. Да, конечно. Джейсон и Дебби, для меня большая честь знать вас и наблюдать за тем, что вы делаете. Я рад быть частью этого видения, которое вы получили для оснащения святых. Я служу в церкви Бетел в Рединге. Я здесь с 2008 года. До этого я 17 лет был старшим пастором. У нас с женой есть свое служение, которое называется «Зажигая надежду». Мы нацелены зажигать надежду, потому что нет безжизненных обстоятельств. Есть лишь люди без надежды. И как только у людей появляется настоящая надежда, обстоятельства уже не могут оставаться прежними. Мы пошли по своему пути и написали несколько книг. Я учу об этом, потому что мы всеми силами сражались за надежду и преодоление разочарования. Мы все еще работаем над этим, и всякий раз, когда я слышу мое собственное послание, я прихожу в восторг. О, ура, я чуть не поверил в ложь. Наш Бог — Бог надежды. И наше будущее такое же яркое, как и Его обещание. Это и есть основание нашей надежды, то, во что мы верим, а не позитивное мышление или библейский оптимизм. Мы верим в Его обещание. Истина всегда приносит надежду, а ложь всегда лишает нас этой надежды. Это здорово! Мне уже хочется конспектировать. У нас есть несколько вопросов. Итак, мы проводим челлендж под названием «Любовь и надежда». Что бы вы сказали тем, кого терзают тревоги, волнения, и кто утратил надежду в это нелегкое время? Что бы вы им сказали? Когда пришел коронавирус, все мы стали как боксер на ринге, которому нанесла удар неизвестность и загнала нас в наш угол. Я думаю, что нам нужно быть снисходительными к себе, если у нас возникли трудности. Я также считаю, что это время, когда нам нужно стать ближе к Господу. Его благодать покроет нас. В какой бы ситуации мы ни оказались, у Бога всегда есть свежая благодать для нас. Думаю, что после пережитого шока нам нужно сгруппироваться. Я знаю, что то, что вы делаете сейчас, очень помогает людям. Но нам нужно также питать себя. Библия говорит, «Возвеличивайте Господа вместе со мною». Там не сказано, «Возвеличивайте
проблему вместе со мною. Да, мы не игнорируем факты. Но сейчас самое время возвеличивать именно Господа. Для этого нужно слушать Его истину, Его обещания и общаться с такими людьми. Я считаю, что сейчас лучшее время, и мы выйдем из этого периода в лучшем состоянии, в гораздо лучшем состоянии, чем тогда, когда мы вошли в него, как индивидуально, так и все тело Христа. Я рекомендую питать себя истиной, потому что, помните, надежда — это неудержимая сила. Ясно. Стив, вы сказали, что не бывает безнадежных ситуаций. Бывают только люди без надежды. Вы не могли бы рассказать об этом чуточку поподробнее? Да, в книге Иезекииля. В 37 главе Бог показал Иезекиилю долину очень сухих костей, а потом задал Иезекиилю вопрос. «Иезекииль, могут ли эти кости ожить?» Понимаете? Бог не боится, если мы увидим, насколько все сухо. Засуху в экономике или, скажем, в семье. Но Он спрашивает, «Иезекииль, могут ли эти кости ожить?» И Иезекииль дает самый безопасный ответ в истории. «Господь, ты знаешь». Затем Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты пророчествовал этим костям. Скажи им, что они оживут». Он не сказал, «Иезекииль, смотри, как я буду пророчествовать». Он сказал, «Ты делай это». Из этого я понимаю, что Бог желает сотрудничать с тем, у кого есть надежда, чтобы он мог исполнить его волю. И тогда Иезекииль начал пророчествовать, и тогда кости ожили. То есть вопрос не в том, насколько сухие кости, а в том, чтобы у человека был настолько обновленный разум, чтобы он был готов поверить в то, что кости могут ожить. Очень сложно влиять на то, во что у вас нет никакой веры. Это касается как человека, так и целой страны. Я считаю, что уровень нашей надежды определяет уровень нашего влияния. Тот, у кого больше надежды, имеет больше влияния. Можете еще немного рассказать об этом? Потому что именно об этом я и хотела вас спросить. Тот, у кого больше надежды, имеет больше влияния. Давайте еще немного поговорим об этом. Это челлендж «Любовь и надежда». Я думаю, что после любви... Но вот у вас были великолепные проповедники. Лейф и Дэнни. Лейф говорил о любви и мире, о Дэнни, о том, чтобы победить в себе мышление жертвы. Я считаю, что надежда — это самая влиятельная черта лидера. Скажу это еще раз. Я считаю, что после любви надежда — это самая сильная и влиятельная черта лидера. Да, это так. Мы знаем по себе, что мы не хотим следовать за лидером, у которого нет надежды. Если человек говорит, «Я не верю, что произойдет что-то хорошее, будет становиться только хуже», то я не хочу следовать за ним. В своей известной речи Мартин Лютер Кинг сказал, «У меня есть мечта». У него была мечта о том, чтобы что-то стало лучше. Мое любимое определение надежды звучит так. Надежда — это вера в то, что будущее будет лучше, чем настоящее. И у меня есть власть, чтобы повлиять на это. Это вера, что будущее будет лучше настоящего. И у меня есть власть, чтобы на это влиять в этом мире. А когда мы теряем надежду, я слышал историю о городе, который планировал построить дамбу, чтобы весь город не затопило водой. Как только город понял, что у него нет будущего, все ремонты и усовершенствования прекратились. Я знаю, что я обращаюсь сейчас к людям, которые имеют влияние. Если мы поднимем в себе надежду, то это создаст влияние. Если бы Бог хотел, чтобы мы думали мелко и ограниченно, то Он бы проинформировал нас об этом, предупредил бы. Но Он сказал, что все возможно тому, кто верит. Вы помните? Все возможно верующему.
дела, которые творю я, вы будете творить и даже больше. Так говорил Иисус. Чего Он хотел? Он хотел, чтобы мы взяли эстафетную палочку надежды и побежали дальше на этом ристалище веры. Но в вере нам помогает надежда. Павел писал: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Прекрасно сказано, Стив. Вы такой человек, к которому тянутся люди, это уж точно. Людей поистине влечет к вам. Особенно Венди. Мою жену? Да, ее влечет ко мне. Да, это здорово. Людей влечет к вам, потому что вас переполняет надежда. Когда я смотрю ваши прямые эфиры в Инстаграме или в Фейсбуке, у меня сразу же появляется улыбка, когда я вижу ваше лицо, потому что вы всегда полны радости, такой неподдельной, искренней радости. Это подкупает на самом деле. Это уже как прикол в нашем доме. Я могу быть у себя в кабинете, а Дебби на кухне, и я вдруг слышу голос Стива. Снова Стив. Но я понимаю, что это помогает поднять ее уровень надежды и радости, поэтому я не против. Это помогает нашему браку. А что вы скажете людям, которые думают, а где мне взять надежду? Как я могу сесть в этот поезд надежды? С чего мне начать? Что вы посоветуете? Хороший вопрос. Помню, как в 90-х я вступил на должность старшего пастора церкви в Лас-Вегасе. Павел в первом послании к Коринфянам 13 главе написал: «А теперь остаются эти три — вера, надежда и любовь». Я сконцентрировался на вере и любви, но мало что знал о надежде. Я читал книгу Фрэнсиса Фрэнчапина «Три поля боя». И там была фраза, которая изменила мою жизнь. Он написал: «Те сферы вашей жизни, которые не блещут надеждой, говорят о том, что вы поверили в ложь, и эти сферы являются твердынями дьявола в вашей жизни. Все сферы вашей жизни, которые не блещут надеждой, указывают на то, что вы поверили в ложь, и эти сферы являются твердынями дьявола в вашей жизни». Когда я прочел это, я сразу же расстроился и попросил Бога: «Покажи мне, где я верю в ложь». Нужно было попросить, чтобы Он показал только 10% лжи, потому что я получил откровение, что почти все, во что я верил, было ложью. А я был пастором церкви. У меня были хорошие доктрины, но плохие верования. Хорошие доктрины — это то, что Иисус — Господь. Писание имеет авторитет, спасение по благодати и через веру. Но при этом у меня были плохие верования или убеждения. У меня были плохие убеждения о Боге, о себе, о других людях, о моем будущем. Я начал понимать, что отсутствие надежды у меня — это показатель того, что я верю в ложь. Это подтверждено в послании к Римлянам, где сказано: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». В общем, здесь сказано: «Пусть Бог надежды наполнит вас в вере». То есть, когда я верю в истину, Бог надежды наполняет меня. Растущая надежда — это доказательство того, что я обновляю свой разум истинную, а не ложью. Падение уровня надежды доказывает, что я обновляю свой разум ложью, а не истиной. Поэтому ключ к росту — надежда. Это вера в истину вместо лжи. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна: «Истина сделает вас свободными». И когда я начинаю верить истине, я получаю свободу в моих эмоциях, потому что сказано: «Бог же надежды да исполнит вас всякую радостью и миром в вере». То есть через эту веру я получаю эмоциональную свободу под названием «радость, надежда и мир». То есть ключ — это то, во что я верю. Но когда я впервые услышал об этом, то меня это очень расстроило. Значительно проще было обвинить дьявола или мое прошлое, но когда я понял, что дело в моих убеждениях, это было тяжело принять, но потом пришла радость от Господа, но об этом я расскажу вам уже чуть позже.
Стив, а можете привести пример, как это сделать? Например, кто-то чувствует, что ситуация в отношениях безнадежная. Человек пережил развод и теперь не имеет надежды на новые хорошие отношения. Может, вы дадите практичный совет на примере какой-то конкретной ситуации? Объясните, пожалуйста, людям, как человек может заменить истину ложью. Как выглядит этот процесс? Мне сказали так. «Стив, твоя потеря надежды из-за какой-то проблемы хуже самой проблемы». Отсутствие надежды из-за проблемы — это самая большая проблема. Например, у нас была безнадежная ситуация с финансами. Нам было очень сложно, над нами будто бы повисло тяжелое облако. Сразу возникала тяжесть в душе, когда мы говорили о деньгах. И Бог сказал мне, «Твоя безнадежность в вопросе финансов хуже проблемы с финансами». В послании к римлянам сказано «преображайтесь обновлением вашего ума». Там не сказано «преображайтесь своими стараниями». Нам нужно преображаться через веру в то, что выше, чем то, что мы чувствуем или переживаем. Вот что там на самом деле сказано. То есть, если я хочу увидеть какое-то преображение в моих финансах, то первое, что мне нужно сделать, — спросить у Господа, какая ложь лишила меня надежды в этой сфере? Что это за ложь? Это довольно опасный вопрос, но и очень сильный. Получается, я не верю, что Бог меня обеспечит. Это полезная информация. Я не верю, что я достоин того, чтобы быть благословенным. С этим тоже все ясно. Так я начинаю определять, где же здесь ложь. Но следующий вопрос звучит так. Во что мне нужно поверить, чтобы в этой сфере у меня появилась надежда? Во что мне поверить, чтобы появилась надежда в сфере финансов или в сфере отношений после развода? Во что мне нужно поверить, чтобы у меня появилась надежда на будущее? Если мы зададимся этим вопросом, то Дух Святой начнет давать нам истину. Мне нужно поверить, что у меня есть будущее. Мне нужно поверить, что Бог может позаботиться обо мне лучше, чем моя работа, потому что Он обеспечивает по своему богатству славе, а не по моим усилиям. Здесь также важно подметить разницу между надеждой и верой. Попробую объяснить. Я считаю, что вера более конкретная, а надежда более обобщенная. Вера говорит, Бог сделает это так. А надежда говорит, я не знаю, как Бог это сделает, но Он это сделает. Вера говорит, я выйду замуж, а надежда говорит, даже если я не выйду замуж, в моей жизни все будет хорошо. Надежда — это такая страховочная сетка, поддерживающая нас, когда не происходит то, во что мы верим. Надежда — это оптимистическое отношение к будущему, основанное на его обещаниях и на его благости. А вера вполне конкретна. Вера говорит, что конкретно ждет ее в будущем. Но если мы пытаемся быть человеком веры без надежды, то тут возникает проблема. Я думаю, что восприятие мира с надеждой делает нашу веру более здоровой. И тогда мы увидим исполнение еще большего. Повторюсь, вера — конкретная, а надежда — более обобщенное понятие. Прекрасно сказано. Стив, сейчас мы будем задавать вам вопросы от наших зрителей. Вы не видите то, что мы получаем? Множество отзывов. Супер, это так сильно. Я все записываю. Круто. Вера — конкретная, надежда — это страховочная сетка. Надежда — это супер. Комментариев очень много. Спасибо, Стив. Увеличить надежду — значит обновить разум и избавиться от лжи. Все эти семена пошли в хорошую почву. Стив, спасибо за то, что несете надежду. Спасибо за ваш путь. От безнадёги к надежде, причем в избытке. Мы очень этому рады. Итак, у нас есть вопрос от Ким Уивер. Она спрашивает, как я могу жить в мире и в надежде, повинуясь Богу? Наша надежда не сбывается уже много лет из-за больших проблем со здоровьем. И когда я пытаюсь говорить о надежде, это обижает людей. Что вы посоветуете, и что посоветует ваш гость? Стив, пожалуйста.
Позже у нас еще будут вопросы. Ох, как я вас понимаю. Все мы когда-то сталкивались с разочарованием. Надежда — это рискованное дело. Наши твердыни — это такие защитные места в нашем разуме, которые защищают безнадежные или пессимистичный взгляд на ситуацию. Вспомните Гедеона. Но у него вообще не было надежды. К нему пришел ангел и сказал: «Ты воин, могущественный и доблестный, ты изменишь судьбу своей страны». А он стал спорить с этим. «О, нет-нет, не нужно поднимать во мне надежду, не делай этого. Я не хочу рисковать и снова разочаровываться». Я его также понимаю. Если я буду надеяться, то я рискую снова разочароваться. Не знаю, хочу ли я еще раз разочароваться, но если подумать, то есть два образа жизни. Можно жить без надежды и никогда не разочаровываться, или же можно жить с надеждой и периодически разочаровываться. Конечно же, в нашей жизни будут люди, не поддерживающие надежду, и нам нужно быть мудрыми с этими людьми. Но я понимаю, что в первую очередь нужно разжечь надежду в самом себе. Я делаю это с помощью провозглашений. Я провозглашаю Божьи обетования и пытаюсь снести эти твердыни. Я читал книгу, которая называется «Ты сумасшедший, если не разговариваешь сам с собой». Я стараюсь снести эти твердыни, возведенные прошлым, с помощью Божьих обещаний. Если вы прошли через разочарование, то помазание исцеляет разбитое сердце. Так сказано у Исаии в 61 главе. В 22 псалме тоже сказано, что он подкрепляет душу мою. Нам может понадобиться помощь людей, которые имеют дар исцелять сердца. Но я также считаю, что нам нужно не оставлять надежду. Без видения народ гибнет. То есть в нашем будущем есть надежда. Бог превратит все плохое в хорошее, даже наше разочарование. В послании к римлянам сказано, что мы должны верить, что все это будет действовать во благо. Я молюсь о благодати для этого человека и для тех, кто пережил разочарование. И еще я молюсь об исцелении вашего разбитого сердца. Пусть в этой сфере вашей жизни появится настоящая надежда, которая приведет вас в то место, где вы должны быть. У Авраама это получилось, когда ему было 100 лет. Поэтому мы понимаем, что это может случиться и с нами. Итак, последний вопрос от зрителей. Как помочь кому-то избавиться от лжи, если человек абсолютно уверен и спорит, что это не ложь на самом деле? На самом деле этот вопрос звучит так. Как повлиять на кого-то? В этом случае я могу сказать, что молитва имеет огромную силу. В первом послании Петра, 3 главе, сказано, чтобы жены завоевывали неверующих мужей своим поведением, а потом уже своими словами. То есть, я бы постарался жить так, чтобы человек захотел прислушаться ко мне. Тут очень важна любовь. Я не хочу осуждать или обижать человека, но я также буду искать подходящие моменты в наших ототношениях, когда бы мы могли поговорить откровенно. Я буду верить, что такие моменты будут, и у меня будет возможность произнести это пророческое слово. Я бы также пробовал пророчествовать человеком. Как только люди слышат данное слово, то вначале оно отскакивает от них, но потом все же проникает внутрь. Поэтому, да, я бы добавил ко всему сказанному еще и пророческое слово. Оно нам крайне необходимо. Аминь.
Стив, вы рассказывали о том, что у вас не было надежды в вопросе финансов, потому что вы верили в ложь в этой сфере. Вернемся к практическим шагам. У каждого в жизни есть такая сфера, которая не блещет надеждой, а это значит, что над этой сферой следует поработать. Что же делали конкретно вы? Искали места Писания о процветании? Или спрашивали Бога, в какую ложь вы верите, а потом разрушали силу этой лжи? Короче говоря, как это выглядело на практике, шаг за шагом? Как вы обрели надежду в сфере финансов? Да, это прекрасный вопрос. В первую очередь мы поняли, что наша реакция на проблему была самой большой проблемой. В третьем послании Иоанна, 2 главе, сказано: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Повторюсь, мы начали осознавать, что наша реакция на проблему больше самой проблемы с финансами. У нас была тяжесть на душе, и мы чувствовали себя жертвой. И мы поняли, что проблема именно в этом. Итак, мы поняли, что мы верим в ложь, а затем нам нужно было заложить библейское основание о том, что Бог желает благословлять нас. Возможно, вы еще не верите в это, но я считаю, что невозможно исполнять великое поручение без больших финансов. Без них невозможно повлиять на мир. И мы начали провозглашать, что все наши нужды восполнены по его богатству в славе. Мы провозглашали, что Бог будет использовать нас для финансирования мечтаний других людей. У нас будет больше, чем достаточно. Мы ухватились за обещание из Евангелия от Матфея. Это 6 глава, 33 стих. Мы прежде всего ищем Царство Божие, поэтому все наши нужды будут восполнены, и все это приложится нам. А вот такими были практические шаги, потому что вера приходит от слышания. Вы не можете думать о лжи, когда говорите истину. И вот мы начали говорить сухим костям наших финансов. Наши финансы благословлены. И мы имеем прорыв. Мы не были совершенны в этом. Предупреждаю сразу. Мы все еще соскальзываем в неверие. И с нами это поначалу происходило. Но мы начали замечать прогресс. Мы уже не опускались так низко, как до того, и оставались в этом положении гораздо дольше. А вот что мы делали, если конкретно. Мне понравилась идея замечать любой прогресс, а не ждать совершенства. Стив, а сейчас мы хотели бы дать вам несколько минут, чтобы вы поделились тем, что у вас есть на сердце. С удовольствием. Мне есть что сказать. Когда я думаю о теме надежды, то вспоминаю историю, которую я слышал в Южной Африке в ноябре. Женщина рассказывала, что она утратила всякую надежду, потому что у ее дочери была какая-то неизлечимая кожная болезнь. Что-то вроде проказа. Кто-то из моей команды послужил ей состраданием. Он стал разбираться с ней, что здесь ложь, а что истина. И в итоге ее уровень надежды стал подниматься. Когда ваш уровень надежды начинает подниматься, вы начинаете замечать решения там, где вы их раньше не видели. Люди с надеждой — это магниты для решений. У нее появилась сверхъестественная идея от Господа. Если положить картофельную кожуру на кожу, то дочь выздоровеет. Представляете? Ее дочь исцелилась от этого. Поэтому я хочу сказать вам, что решение есть. Одно из моих любимых исповеданий, их очень много, но одно из них звучит так: «Чтобы ни случилось, я буду преуспевать». Апостол Павел сказал в послании к Филиппийцам, 4 главе, 13 стихе: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А до этого он говорит: «Я научился жить в скудости и в изобилии. Я научился быть довольным с большим и с малым».
То есть Павел научился тому, как быть успешным внутри. И все мы сейчас учимся тому, как быть довольными в этих условиях и как побеждать ложь. Тогда мы можем иметь мир. Иными словами, Павел говорил, «Я буду преуспевать и будучи миллионером, и находясь в тюрьме. Неважно, что происходит в моей жизни». Многие из нас столкнулись с неопределенностью в будущем. Но я для себя понял, даже если что-то в моей жизни изменится, даже если мне придется переехать, я все равно буду преуспевать. Что бы ни происходило, я буду преуспевать. Я регулярно провозглашаю это. Какая-то часть меня еще не верит в это, но я продолжаю это говорить. Я провозглашаю что-то не для того, чтобы убедить других людей, а чтобы убедить себя. И чем больше я фокусируюсь на этой истине, тем более реальной она для меня становится. Еще одно мое любимое исповедание. Всегда есть решение. Картофельная кожура — это одно из таких решений. В первом послании к Коринфянам, 10 главе 13 стихе, сказано, «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, но Бог верен, и Он не позволит вам быть искушаемыми сверх сил и даст вам облегчение, чтобы вы могли это вынести». Иными словами, вы никогда не столкнетесь с тем, с чем вы не можете справиться. Господь, а ты в этом уверен? Потому что мне как-то кажется иначе. С какой бы ситуацией вы ни столкнулись, из нее всегда будет выход. Всегда. Решение есть всегда. Запомните, что решение есть всегда. Ваш долг может составлять 1 миллион долларов, но решение есть. Ваша семья может разваливаться на части, но решение есть. И тут очень важна надежда. Наш мозг работает так. Если он не верит в то, что есть решение, то он не будет его искать. Но если он верит, что решение есть, то он работает как божественный поисковый механизм. И последнее, что я хотел бы сказать, радость в Господе действительно наша сила. Так сказано у Неемии, 8 главе. Раньше я говорил, «Господь, когда все мои проблемы закончатся, я буду радоваться». Удачи, Стив. Вам нужна сила не в конце сражения, а посреди сражения. Сила нужна мне прямо сейчас. Поэтому я поднимаю в себе эту силу. В наших подкастах мы всегда стараемся затронуть тему радости в Господе. Не подумайте, мы не всегда смеемся. Мы плачем с плачущими и страждущими. Я все это понимаю. Но в это время мы столкнулись с эмоциональным сопротивлением, которое нужно преодолеть. И сейчас наши мышцы радости должны стать сильнее. Нам этого не очень хочется, но они станут сильнее. Я верю, что в этот период Бог увеличивает нашу способность выдерживать нагрузку, и поэтому следующий сезон будет для нас невероятно успешным. Аминь. Самый успешный сезон в нашей жизни. Все пророки говорят, что мы находимся на пороге величайшего пробуждения на планете Земля. Бог выбрал нас в свою команду, и мы очень благодарны Ему. Стив, сейчас у нас время служения молитвы. Используйте его так, как считаете нужным. Сделайте, пожалуйста, то, что у вас на сердце, и поведите нас в той молитве, которая лежит у вас в душе. Хорошо. У меня есть пророческие слова, которые я хотел бы донести до наших зрителей. Кому-то сейчас Бог говорит, с тобой все будет в порядке. С вами все будет лучше, чем просто хорошо. Но вам нужно услышать, с тобой все будет в порядке. Ты все преодолеешь. Еще я слышу, одна идея изменит все. Одна идея изменит все. Также я слышу, что давление, которые люди испытывают в финансах, спровоцируют еще одну идею, натолкнет их на идею. В Соединенных Штатах Америки есть город под названием Энтерпрайз, и там стоит памятник долгоносику.
Несколько лет назад это насекомое уничтожило урожай хлопка. Но благодаря этому жители поняли, что вместо хлопка они могут сажать арахис. Оказалось, что на арахисе они могут зарабатывать гораздо больше, поэтому они поставили памятник долгоносику. Я хочу сказать, что в это время появятся идеи для новых бизнесов, новых аспектов служения. Я также слышу, что кто-то очень сильно переживает за какого-то члена своей семьи. Господь дает вам благодать и сверхъестественный дар веры. Прежде всего, Господь говорит, что вы не несете за это ответственность. Бог дает вам сверхъестественную веру для этого родственника, и это принесет прорыв в ситуацию. Я также высвобождаю сейчас исцеляющую силу Святого Духа. Бог исцеляет и чью-то спину. Кого-то Бог сейчас освобождает от депрессии. Некоторые люди получают свободу от зависимости, а еще Господь дает свою сверхъестественную благодать. Нас ожидает целая волна спасений через людей, которые смотрят меня сейчас. Мы благословляем вас во имя Господа Иисуса Христа. Верю, что это сезон новых благословений, как для вас, так и для вашей семьи. Аллилуйя! Аминь! Так сильно! Я в восторге! Вы меня сильно вдохновили и ободрили, Стив, это правда. У вас есть чем делиться, делайте это почаще, пожалуйста. Да, друзья, еще у Стива есть книги. Когда я переехал из США в Швейцарию, то взял с собой 3 чемодана, и в них было много книг. Совсем недавно я закончил библейскую школу, Бетель, поэтому у меня очень много книг, а книг Стива у меня целый чемодан. Потому что они изменили мою жизнь и изменили ее в самую лучшую сторону. А в завершении я хотел бы сказать, что у меня много друзей-пасторов, и все они говорят, что любят, когда к ним в гости приезжают проповедники. Многие проповедники помазаны и полны вдохновения, но когда приезжает Стив Бакланд, то после его отъезда люди не просто преображаются, они по-настоящему меняются в лучшую сторону. Стив, хочу сказать, что для нас большая честь, что сегодня вы были с нами в эфире. Большое спасибо. И вам большое спасибо. Пусть Бог благословит все, чем вы занимаетесь. Я благословляю вас и всех, кто вас смотрит. Спасибо. Любим вас и ждем новых встреч. Да, спасибо. До свидания. До свидания. Это было невероятно. Ух ты! Что у нас дальше? А дальше челлендж. Да, челлендж. Итак, давайте перейдем к сегодняшнему заданию. Итак, поехали. Первое задание для вас лично. Если вы не испытываете надежду в какой-либо сфере своей жизни, то, возможно, вы поверили в ложь. Попросите Бога показать вам, верите ли вы в ложь в этой сфере. Если да, то разрушьте силу лжи в вашей жизни и попросите Бога заменить эту ложь истиной, а затем поразмышляйте над Божьим Словом и истиной. Вторая часть задания касается других людей. Помогите тому, кто нуждается в Божьей надежде. Спросите у этого человека, как он поживает. Расскажите ему, что вы узнали о надежде от Стива Бакланда. Попросите Духа Святого помочь вам дать надежду этому человеку на основании того, чему вы научились. Попросите разрешения помолиться за этого человека. Постарайтесь исполнить это задание. Некоторые люди присоединяются к нам только сейчас, на 3-й день. Спасибо вам за то, что вы приглашаете своих друзей и родных. Да, завтра у нас в гостях Хайди Бейкер. Это будет невероятно, как, впрочем, и всегда. Готовьтесь, дорогие зрители.
Да, это будет очень сильно. Хочу напомнить, что на предзапуске мы говорили о близости с Иисусом. Первый день был с Лейфом Хэтландом, который рассказывал о любви Отца. Вчера был Дэнни Силк. Из этого эфира мы вынесли, что всякий раз, когда вы слышите слово «коронавирус», они говорят «коронавирус», а вы говорите «Царь Иисус». «Царь царей», «Царь Иисус». Это вызов для вас. Когда слышите «коронавирус», говорите вслух или про себя «Царь царей». Ну а сегодня у нас был герой надежды Стив Бакланд. Завтра Хайди Бейкер будет говорить о любви. Мы будем заканчивать этот эфир. Мы любим вас и молимся за вас. Мы верим, что сегодня поднялся ваш уровень надежды. А еще решение есть всегда. Увидимся завтра. До скорой встречи. Пока-пока. Ух ты! Какое вдохновляющее слово! Поделитесь этой информацией со своими друзьями и присоединяйтесь к нам завтра. Вас ждет новое интервью и новое задание пятидневного челленджа. Расскажите о нас своим друзьям и будьте обильно благословенны. Участвуйте в нашем челлендже, и пусть ваша жизнь изменится!